Этим людям можно верить, они верны своему слову. Звук «У» дает человеку активное воображение. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. С уверенностью можно сказать, что владельцы этого имени находятся под космическим влиянием. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Обладатель этого имени достаточно мягкий и покладистый, но не стоит забывать, что у этой личности есть своя четкая цель, ради которой он готов на все, и часто этими людьми легко манипулируют другие, более влиятельные люди. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Эти люди азартны, что нередко провоцирует их на необдуманные поступки. Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Буква «П» в имени имеет связь с переменами и оценкой. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Носители этого имени зачастую отторгают общество от себя единого, не воспринимают критику. У этих людей бывает мало друзей. Так происходит потому, что они меняют верных товарищей как перчатки, не обращая внимания и мнения человека, который был для них минуту назад самым преданным и верным. Друзья держатся около этого человека очень короткое время, иногда пропадает навсегда из-за их двуличности. К слову, у владельцев этого имени нет представления друг, близкий или товарищ. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.